Добрый день, дорогие друзья, и мы продолжаем наши приключения в злобной галактике за роботов-усмирителей. Правда, из моих созданных вручную раз пока что я знаю только одну, вторая почему-то заспавнилась обычно, это литоиды, которые нам абсолютно не по зубам, с кучей планет. Мы позаселяли свои планеты, здесь у нас есть космические базы с некоторым количеством обороны. Строятся еще две, это будут у нас расширители флота. Да, менеджмент нашей столицы. Как я мог забыть? А на планеты у нас будут отвечать за минералы, которыми нужно будет подпитываться для производства стали. Поехали, что? Нам нужно будет потихоньку готовить флот. Первая война вот с этими ребятами, нужно их задавить по-быстренькому, пока они не успели с кучей планет развиться. Потом тут вот еще рой злобный. Он, кстати, наших соседей знает. Вот больше никто никого не знает. Наука у нас пока ограничена. Энергии лишней нету. Ну, будем с этим как-то всем жить. Сталь сейчас начнет тратиться у нас на сбор поселений в новых колониях, которые страдают от нехватки дронов-техников. Окей. Так, сделались базы. Сразу стояночные места здесь на ход делаем. Первый флот 10 корветов у нас будет. Сразу нужно, наверное, второй строить. Нам нужно 1260 стали. Корветы у нас ракетные. И задача будет помогать при штурме баз. Интересно, какой силы база у компьютера. Население у него 47, то есть, в принципе, не так страшно. С единством у нас бедово, но новые колонии должны с этим помочь. Термоядерный реактор, хорошо. Внешний усилитель реактора. Да, с техами пока как-то грустно. Ну пусть хоть что-то полезное будет. Бастионы можно прогрейдить за бесплатно, которое не бесплатно. Корабли, соответственно, прогрейдим новыми реакторами. Что-нибудь из боевых технологий? Не, ничего нету. Блин, знать бы противника силу хоть как-то сенсорами своими, но боюсь, что это не про нас. У нас субсидирование энергетиков идет. Компания по машинному обучению, прирост опыта лидера. Да, давайте, пригодится раскочегарить ребят. Конечно, сильно корветным флотом я воевать не очень-то хочу на самом деле. План заиметь хотя бы эсминцы, которые более будут живучими, но то уж как пойдет. Так, все, лимит у нас до 47 расширился. Все более чем достаточно. Надо сталь копить.
Благо, минус 3. Ну да, не то чтобы нам новые колонии сильно помогали по единству, на самом-то деле. С этим придется смириться. Просто смириться. Здесь пока можно не ставить полицаев. Да, здесь сталь надо делать. Это, конечно, ударит по нашей энергии и минералам, но минералы мы скоро начнем. Я надеюсь. Добывать в колониях. Ну, это еще 3 года надо ждать. Надо ждать, пока вырастет население нам. Изготовители они. Так, административного ли... пища. Я вас умоляю, какая пища? Административного лимита мне добавили. Угу. Сейчас пока я не вижу для себя путей агрессии. Ну да, мы не видим сенсорами отсюда, что там происходит в соседней системе. Очень-очень жаль. Пока ждем, конечно, колоний наших. 289, 179, 391, ого. Технологии 85. Да, отстаем, отстаем безбожно. Ладно, что-нибудь, что-нибудь, как-нибудь переживем. Сейчас тут сплава литейка, когда делается, я как просяду по энергии. Да, конкретно. Хотя содержание... Ну, да, все равно. 16 минералов это у нас заберет. Не, ну колонии новые нужны в любом случае. Я бы с одного только мира кольца не поднял бы такое количество стали, чтобы напрячь наших соперников. О, они с кем-то соперничают. С неустановленным государством. Фабрики по очистке. А, металлокерамическая броня. Угу. Очень нам тяжело что-либо будет пока что компьютеру противопоставить. И ну, сталь гонится потихоньку. Это как бы плюс. Население потихонечку растет. С 5 колоний, конечно, атаковать 8. Дверь межпространственная у колонию. Комплекс изучения портала. А
Хочу ли я ее изучать? 26 месяцев, в принципе. Ну, давайте. Сталь копится, это хорошо. Но мало. Ух ты, елки, да как же они там разжираются, а? Страшно смотреть на этих ребят, если честно. Тут у нас две колонии, но это бы значило ставить третью базу. Три базы, это как-то, по-моему, перебор. Девять колоний, 49 населения. Ну это правда литоиды, они растут медленно. Вот эти вот голодные засранцы. Да, они заселили все свое, но у них вот планет. У этих ребят как-то дофига планет вообще. В наглую они тут понаделали. Непонятно, что у них за соседи. Галактика темная и опасна. Я не хочу пока строить корабли. Я хочу взять автоматическое снабжение в пути, чтобы содержание снизить на 10%. Тогда уже строить флот. Вообще флот бы строить уже вместе с... эсминцами сразу. Не тратится чересчур на базы все-таки. Хотя базы могут нас и спасти в итоге. Что, ребят, тут мощь флотилии 86. Тех мощь флотилии 73. У меня 5. Не, ну флот-то, конечно, я могу настроить. За счет того, что я непреклонный экстерминатор, много. Никто не спорит. Но корветами продавливать, да еще и на базе, это будет... Во всяком случае, закрыть превосходство нужно, чтобы военную доктрину иметь. Возможно, бонус за стремление какое-то взять. Я, правда, не знаю, какой я буду брать. Вообще у меня идей нет. Но не вечное же бдение. Проекцию галактических сил. Ой, не знаю. И можно на самом деле чего? Про уместимость флотилии плюс 80 в самом начале, это было бы очень много. Нет, пока покупать сталь не буду. Зандиор, стоимость района минус 25%. Не, ну это неплохо. С минералами у нас тоже все как-то тяжко. Первым зданием придется ставить, наверное, фабрики по очистке полезных ископаемых. Я так подозреваю. Или плюнуть и машиностроительный. Это, в принципе, минус один стали. Оно того стоит вообще, прям стоит. Горнодобывающий район. Это должно быть то, что нужно. Так, и переключайтесь в добывающий мир. Все, тут ребятки потихоньку начнут расти. Влияние девать некуда. Ну да и ладно. Да, надо использовать то, что мы роботы, и бафать рост населения. Максимально. Науку я пока себе позволить никак не могу. У нас столица займется, собственно, генерацией энергии. В первую очередь. То есть тут будут сплаволитейки.
во все поля энергетические районы. Может быть, я чуть-чуть потом научников смогу вытащить из этой столицы нашей. Так, содержание кораблей сделала. 72 месяца на закрытие первой ветки будет потрачено. У нас тут броня, правда, исследуется новая, но... О! Нет, не о, они не соседи, это он просто тут разжирается. Но он уже двоих других знает. Этот парень только одного. Диадем нужно будет занимать. Нужны будут еще минералы для армии, для штурма планет. Так. И зеркальное отражение. Угу. Угу. Ну блин, как печально. Угу. Ура! Мы наладили торговлю. Это очень полезно будет, кстати. Там энергия будет идти. Сейчас парень как раз туда встанет. Ага. И благо. О, он еще и благо дает, этот исследователь портала. Ну, круто. Многообещающе. Это, кстати, нам физику продвинет вперед, компенсирует потери на спецпроект. Ну хорошо. Technological acquisition. Ну да, мы будем расчищать квадраты, короче, в социологии, я понял. 4.1 рост населения. Ну да. Для литоидов это недостижимо будет нас обогнать. Блин, вот этот пустынный мир они, конечно, займут. Ну да и ладно. Здесь они уперлись в свой потолок. Все-таки я хочу посмотреть, что будет после брони. Может, там будут эсминцы. База от новой брони не сильно выиграет, когда мы ее получим, но все-таки выиграет. Эти ребята даже страшнее, чем наш рой. Хотя рой там еще понасновывает. 55 населения у них. Блин, влияние некуда тратить. Шахтеры производства. Энергия больше дает. Если бы мы могли еще один указ применить, конечно. Все было бы прикольно. Так, ну все, у вас 5 рабочих мест, ребята, наслаждайтесь. Торговля между измерениями. Сам себя содержит и даже чуть-чуть дает. Главное благо, плюс 6, это, конечно, для роботов. Очень много. Так. Плохо, что я по сенсорам не вижу, не могу посмотреть, что у них за техи. Вот это меня несколько пугает. Может, сенсоры следующие выпадут. К
Стали мы скопили, в принципе, на два флота. Можно бы построить корветиков, чтобы чувствовать себя безопаснее. У нас флот в 5 раз сразу усилится. Это 1000 всего-навсего. Даже не знаю. Здесь, скорее всего, будут стоять здания для размера государства. Транквилизатор. А, вот молодец. Единство нам. Давай. У нас единство беда. Так, усилители. Блин. Улучшенные отражатели. Все хорошо, но синий лазер дешевле и важнее оружие, чем защита. Ну, кстати, усилители реактора, что у нас используется на корветах. Металлокерамика, термоядерные ракеты, стоимость строительства корвета, здоровье корвета. Боже, какая прелесть все это. Да, надо, наверное, ракеты изучать, раз мы их используем. Так, базы сразу грейдим. Тоже. Да, флот 208. От брони получили. Сейчас у нас лазеры, ракеты улучшатся. Нужны сенсоры. Я не могу так просто вслепую нападать. Очень не хочу это делать, во всяком случае. Он явно будет здесь боевые станции иметь, а не фигню какую-то. Если бы я увидел, что на них кто-то нападает... О, эти ребята кучу всякого народа знают. Ну, это почти 4 года термоядерных ракет ждать. Так, здесь нужен еще один чувак на обеспечении благами. Здесь растет население. Здесь мы почти доросли. Медленно-медленно растем. 59. Но этого парня мы не обгоним. Он, скорее всего, нас обгонит. А вот от этого мы оторвемся. Так, ну у него пока не хватает, видимо, влияния это все заселить. Это хорошо. Пусть он держится подальше от нас. Вау. Пацаны там вообще, ребята. Они прям колонизуют, как не в себя. Кстати, я не вижу объем их торговли, что интересно. Ха. Ладно. Прежнему 0 энергии, 16 минералов, приток. Да, я думаю, буду вкладываться в рост населения. То есть первые здания будут всегда машиностроительными заводами. А ну, конечно... Всего единичку дает этот репликатор, но в дальней перспективе это будет нам в плюс. Откуда, блин, вот как вот тебе повезло, парень, что у тебя тут 11 планет, ты весь из себя литой. Да елки-палки, а сколько с комбайн. А почему не спавнились мои расы? О, они там уже перемирие есть с кем-то.
Не, ну галактика достаточно злобная, то есть должна была получиться все равно, но как-то печально. Машиностроительный, горнодобывающий, добывающий мир. Все. Здесь то же самое. Кажется, добыть минералы нужно будет для развития. И чтобы на полигоне мы могли дальше, если что, штамповать сплава литейки. Правда, от отклонения нужно будет здание поставить. Которое нам аж ох, как много единства даст. Ученых надо ставить тоже. Но для этого нужна энергия. Ладно, сейчас с минералами решим вопрос. Может, это энергетическим миром одним сделать? Тут минералов мало, их можно отложить. В принципе, трех-то планет не должно хватить, правильно? Теоретически. Стоимость сбора поселений снижена, использование жилья поселениями. Основать федерацию, рыночная пошлина. Многогранность вторую открыть или синхронность на случай, если нас нападут. Не, ну как бы мне не хотелось, я не могу позволить себе ученого. Соглашение об исследованиях у них. Так, плохо. Этих ребят надо давить обоих. Вот этих в первую очередь, чтобы они не заключили какого-нибудь там пакта о взаимной защите. Не, ну у этих мощь флотилии не очень-то высокая, как и у этих, но вдвоем, я думаю, они мне могут и навалять. Разве что я их откуда-то из ниоткуда взявшимся качеством возьму. Скорее всего, качество ниоткуда будет взяться. Я могу просто флот из 55 корветов сделать. Угу. Tough choice это называется. Вот это, наверное, так, синий лазер. Ой, ну что ж так плохо все. Может, вот это ведет к сенсорам? Много ли у меня от станции? Ой, ну очень как-то слабенько. С другой стороны, это сейчас вообще бесполезно. Но может, это к сенсорам ведет. Так, прогрейдить по одной платформе, прогрейдить флот новыми лазерами. Надо подумать, может быть, реально ударить по ним со вторыми ракетами в наглую. Но я боюсь, что я просто не соберу флот, который мог бы пробить эту базу. Хотя базу соло без флота я, наверное, пробью. Удержусь я там, вопрос вообще будет. Здесь у нас база будет с обороной. Здесь мы флотом ударяем.
55 корветов, да, такой флот. Договор о миграции. Вот это плохо. Заедут быстро растущие пацаны. Пока я не начну строить флот, я не пойму, насколько мой флот будет плох. Но я сразу потрачу сталь на содержание. Ты серьезно, пацан? Когда у нас вот такое отчаянное положение, ты решил стать заторможенным в развитии 4-го Не, ну надо качать нормального губернатора. Блин, это как бы 6% ресурсов и 9 преступности. Вроде как мелочь, но на самом деле это нифига не мелочь. О, тут уже преступники у меня начинаются во все поля. Два стали мы потеряли, три науки. Вроде как бы всего и мелочь. Блин, ну со вторыми ракетами я как-то могу, конечно, обнаглеть. Но это еще флот надо построить. Надо здесь базу ставить. Базу ставить не боевую, а на вместимость. Она будет опорным пунктом. Здесь второстепенное направление мы оставляем базу боевую. Она прикрывает, а сами тут же атакуем при войне вот сюда. Это все, конечно, прекрасные планы на самом деле, но настолько... А, это все, что я могу взять в начале, да? Господство над природой, но для этого нужна энергия, которой у нас нет. Это для четырех планет, ну как-то такое себе, если честно. Можно технологический подъем взять. Ну да, там два надо выбрать. Четыре, пять. Пять займут мои любимые перки, поэтому... А, защитника галактики я тоже не могу взять, да, потому что... Не, могу, урон фракция, все. Технологический подъем давайте. Простимулируем в науку. Но они еще долгое время будут вынуждены своим колониям. Гад. Эсминец или вторая база? Ё-моё, вот это выбор. Звездный бастион, наверное. Так, 246 флота. Это 6 мощности флотилии. У них в 15 раз больше флот. То есть у них где-то 3600 флотилия по мощности. Я понял. Настроим еще по платформе. Блин, и эсминцы, и база выпали. Но это издевательство, конечно. О, у нас первый минеральщик. Ура, ура, ура. Наш первый прекрасный минеральщик. Не, ну здесь эти обслуживающие товарищи. Ну что, еще одну базу делать надо.
совместимостью флотилии, которая... Ой, не знаю, ой, не знаю. Блин, мне сенсоры, мне вот сенсоры нужны очень. Они бы для меня очень-очень хорошо прояснили обстановку. Не, ну тут дронов следопытов надо делать. К сожалению. Энергия с трудом удерживается. Но это я станции поставил. Оборонительные. Сразу все стало плохо. Вот они, сенсоры. Боевые алгоритмы, блин. Ладно, ждем сенсоров, чё. Покажут они нам что-нибудь. Стоимость сбора поселений снизится на 10%. Ну, это даст 150 в месяц в ближайшей перспективе. Отклонение от нормы мы можем пока игнорировать на самом деле. Да, но я пока себе сталелитейку еще одну позволить никак не могу. Вычислители мне не нужны. Административный лимит. Это, наверное, на новых планетах буду делать уже. Ну да, постов стражей надо делать. Еще год буду делаться. Я там одного оставлю. Ну да, у меня и так минералов нехватка. Я не могу сейчас себе позволить сплаволитейку еще одну. Надо ждать, когда планеты подрастут. Минералы на них кочегарнуть. А это типа научная вся из себя планета, да? Уколон. С учетом портала. Ну да, тут бы, конечно, лаборатории строить. По технологиям я уже просел, наверное, очень далеко. 120, 111, у меня 70. Ну, не очень далеко на самом деле. Но пока звездный бастион исследуется, я просяду. Ну, получается, с этим роем никак не сталкиваться, да? Сначала нужны базы, потом нужны эсминцы. Эсминцев строим, и тогда можно с чем-то воевать. Компания по машинному обучению закончилась. Не, давайте ее еще раз. Куда инфлюенс можно потратить? Да никуда. Четыре координатора тут. Боже ты мой. Да, реально, некуда влияние теперь девать. Разве что переключать вот это все время, но это как бы такое себе решение.
стали накоплю, базы прогрыжу. 335 они стоить будут. Я думал, мне дадут дожить до звездного бастиона. Энергия по минусу пошла. А, ну все правильно. Мне ж тут не нужно 3, мне нужно 2. Угу. Все. То он один единство производит. Это как бы немножко бесполезно. Энергию мы производим. Аж смешно. О, губернатор. Ассистоматон. Давай, ассистоматон, качайся. На твои процентики надежда. Что они зарешают? Я пока не знаю, куда шестую базу пилить. Эти два мира, это, конечно, заманчиво, но это значит ставить третью базу оборонительную. Но этих ребят 11 планет, они легко пройдут мимо. Превосходство флота они взяли. Что это дает? Еще раз. Скорость строительства, начальный опыт кораблей. Ха. Вот годовье. Да, пока как-то скучненько, скромненько все. 34-й год, усмирители. Одно название. Ну, ластность в любом случае база нужна, потому что это прикрытие Троя. Воу, вложиться в базу, чтобы занять две колонии, которые ляжут, опять же, бременем на мою экономику. Надо посмотреть мощность их баз с помощью сенсоров. Если там что-то в районе там от 1,5 до 2 тысяч, вот, то можно смело клепать флот и начинать развязывать войну. Совершая вылазки, а потом отступая на свою базу. На свою базу, сказал. Хотя в идеале, конечно, всегда отступать на звездный бастион, но это мечты. Так, минералы потихоньку потекли. Можем ли мы позволить себе минус 14 энергии ради одного ученого? Я пожалею об этом решении, но ладно. Будем считать, что вот эта планета сейчас как начнет давать энергию. Я как обалдею. У нас он тут минералы уже качаются в бешеном количестве. Просто в невероятном количестве. У меня так, такого количества сарказма нету, в каком количестве у нас минералы качаются. Надо пользоваться тем, что у нас мир кольцо, и мы можем ученых иметь. Армию. Но пока я себе это особо позволить не могу, к сожалению. Для агрессии хорошо бы иметь эсминцев, конечно. У меня 3600 стали. Это 36 корветов. Это и близко недостаточно. Блин, размер государства подрастает.
Социология у нас тут важными вещами на самом деле занята. Сейчас еще стояночные места прогрейдятся у меня. Что, кстати, далеко неплохо. Блин, знать бы силу ваших баз. 71 население у них. Круто, пацаны, круто. Да. 11 колоний. Это добавит одного обслуживающего дрона. Чуть-чуть жилья, чуть-чуть благ. Узел связи нужен. И еще минералы. А минеральные районы? Ловушки для сбора пылинок? Нет, это зыбучие пески. Так, сенсоры. Улучшенные отражатели сразу же. Смотрим, что тут. 1000 база. А флот? А флот 682 у них, корветы. Кстати, ракетные. Ракетно-спиротронные. Так. Ох, ракетная база. И здесь ракетная база. Вторые щиты, вторая броня. Вторые щиты, вторая броня. Лазером. Так, окей, мы можем сделать во всяком случае редизайн. Вот такой. Потом мне нужно что-то с хорошим обнаружением, потому что ракеты, по-моему, имеют высокий шанс. Да не, маневренность 10 как раз таки. Комплекс страж противоракетный. Две брони, одни щиты. Улучшатель реактора. Он сильно дороже мои корветы сделает. Ладно, Steel Watcher, вас переделаем вот так. Я бастионы не прогрейдил. Так, ну это хорошие новости. Если у меня здесь базы по 1000 силой оборонительные, да еще и ракетами загружены по самое не балуйся. Да, ракетами загружены по самое не балуйся. Мы сейчас корветы можем сделать. Массово с point defense. Попробовать просто в наглую вломить. А, теперь каждая, блин. Ух ты, мародеры. Ага, понятно. Сот 82 у них флот. Но со звездным бастионом здесь я вообще буду мега сейфовый.
Плюс улучшенные отражатели все-таки дадут. Старые кораблики у них тут. Это хорошо, что ты в ракеты упоролся, парень. Ну и куда я потратить могу влияние? Да никуда. Да еще одного обслуживающего ставить. Дроидика. А друг ему на помощь может пролететь? Вообще может. Правда, лететь будет долго. Угу. Максимум космических баз. Или планетарный процессор. Да, максимум космических баз, наверное же. Потеряли немного минералов. Зато административный лимит у нас теперь в норме. Ого, у них содержание. Что-то дорого как-то. Давайте вот это применим. Империя Дзин опять. Дефолтная. А не из моих. Ну ладно. Что-то как-то пока только мой Эльрой один. Не получился эксперимент с созданием кучи злобных парней. Тысяча 400. Сорок у нас стоит сразу флот построить. Две тысячи. Ладно, перестраиваем там. Боевые симуляторы на стоянках ставим, космическую логистику корабельную. Новых технологий нет, их ракеты первые, третьи щиты. Ух ты, елки-палки, третьи щиты. Это плохо, это прям больно на это смотреть. Надо либо думать об агрессии, либо ставить здесь базу третью и идти в развитие с этими двумя планетами причем. В противном случае я рискую сильно отстать. Угу. О, Рой 03. Ура, наконец-то хоть кто-то наш. Опачки. А Рой-то вот он где. 610, 85 населения, вау. То есть, если я на этих нападу, тут же рой возникнет. Хм. Интересно. Может, здесь выпадут эсминцы, и тогда я сориентируюсь в сторону агрессии.
противном случае да, в противном случае надо закрываться вот здесь и в развитии. Прямо эпизод мучения это для меня. Так, давайте тогда еще одного обслуживающего добавляем. Тяжко с энергией. Сейчас массив управления еще сделается. Не, ну стали я скопил нормально, я смогу сходу забить свой лимит, я думаю. Еще даже останется. У него бас 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну вот эти вот 3 это оборонительные он поставил. Одна должна быть с торговлей. Верфь. Вместимость флотилии у него нормальная, в общем. Не хуже моей. А координатор на мир, естественно, построить нельзя. Замечена комета. Какая прелесть. Что нам особенно поможет прямо сейчас? Стоимость сбора поселений. Шестьдесят семь у нас вместимость в итоге. Да, 2 месяца сейчас. Надо техи все время мониторить. Ладно, давайте многогранность. Чтоб стали побольше у нас было. Потом использование жилья снизим. Энергия в минус пошла. Отражатели. Третий лазер. Вау, это заманчиво. Ну да. Ничего интересного у нас здесь нет. Ладно, идем в развитие. Скорее всего, пожалею об этом. Или заиметь все-таки флот. Так, на всякий случай. Не, ну баз должно хватить для обороны. Парень должен бояться роя третьего. Тут планета научная вся из себя. Тут планета научная вся из себя. Да, поехали. Прям решение. Там энергетические миры, скорее всего, будут. Дронов, техников не хватает ужасным образом. Причем. Что-то из зданий не может помочь. Нет? Должны быть сплавы литейки. Можно, конечно, пока ничего не строить. И просто дать нарасти населению на энергии. Не, ну здесь планета лимит расширяет, здесь планета минералы дает, она уже очень полезная.
Вот это бы расчистить на самом деле. Я максимум космических баз изучаю. Грежу об огромном флоте, видимо. Ну, лучше, наверное, до Звездного Бастиона нужно. Максимально отодвинуть момент, когда мне придется строить флот. Так, здесь что? Минеральную поставим. Супер минеральный мир. Что узлы в связи у меня есть. На Ластосе. У нас, видимо, административный центр будет. Минералы на развитие. И синергия на развитие. Ну да, Ластос будет, видимо, узлами связи промышлять. Энергетический мир. И вот у нас минералы и кончились. Фу, вау. Вот это да. Это прям больно. 600 минералов стоит. Офигеть. Энергокредиты сейчас еще кончатся. Вот смеху-то будет. Он пехоту подогнал. Вы посмотрите на него. Он пехоту подогнал. Боковые базы, может, успеют сделаться. Че у тебя там по флоту, парень? Совсем подуревший? Да, 103. Не, хорошо бы дожить до колонизации этих планет. Чтобы у нас здесь база была оборонительная, нормальная. Стали нам на это дело потратиться. Мы ее еще и продавать сейчас начнем. Вот что печально. Ну да, энергокредиты вон уходят. На надежда на уколон. Который 2. Не, апгрейд, конечно, по минералам стоил каких-то вообще бешеных денег. Так нельзя с людьми. Да и с роботами так нельзя. Это ж свинство полнейшее. Угу. Так, ну флотом 682 он меня тут не пробьет. Только если он еще что-то пришлет. Но у него дружбан есть. Атаковать его с дружбаном. Я потратил ресурсы, с которыми я мог на это рассчитывать. По науке пока не оторваться. Ура. Ура! Рост торговли через портал. Новые блага, новая энергия. Класс. Я очень рад. Планетарный сеттлмент процедура инициирована.
Не, ну 1100 это уже как бы такая база. Не просто так. Угу. Они вот эту штуку изучили. Ах ты ж компьютер. Компьютер. Прочность щитов снизить. Да, прочность щитов снижаем. Наши станции слежения тоже не лишние, наверное, были бы. Это, наверное, на воу сделаем. Вай, 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 вай. Тихо, все хорошо. Десять и три производственные. Да какие же вы классные. Два энергии мы здесь производим. Нет, три вододобывающих мира, это будет полный перебор. Ну, точнее, то мне должно хватить, потому что все, на что я трачу минералы, это только строительство и сталь. О, ну, надеюсь, я не пожалею о своем решении, принятом в этом эпизоде. Надеюсь, эпизод вам понравился. Будем смотреть, что получится в следующем эпизоде. С вами был Андеру Кун. Пока-пока.